Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о том, что разбили в Европе, и снова о штрафах. Компания «Евронкап» постоянно бьет автомобили. Нет, бьет она их не из садистского удовольствия, а ради нашей с вами безопасности. Недавно европейское ведомство опубликовало новый отчет о проделанной работе. Ну, то есть о том, сколько чего расколотили и кто самый лучший. Результаты в целом оказались ожидаемые. В категории «малые кроссоверы» чемпионом стал Volkswagen Tiguan. Защиту водителя и переднего взрослого пассажира оценили на 96%, а детей на 84%. Эксперты особо отметили, что структура кузова отлично противостоит как фронтальным, так и боковым ударам, а высокой оценке способствовала работа системы автоматического торможения. В категории «малый семейный автомобиль» победу одержал неизвестный у нас Hyundai Ioniq. Защита передних седаков оценена на 91%, а детей на 82%. Работа систем безопасности получила 85%, чему поспособствовало наличие системы контроля полосы. Она сама возвращает автомобиль в нужное направление. Самым безопасным большим семейным автомобилем признали Toyota Prius. Оценка его электронных систем безопасности аж 85%. Тойотовцы давно внедрили свою систему Safety Sense, которая позволяет с успехом избегать фронтальных столкновений и даже видит пешеходов. Кстати, в этом году такое пристальное внимание к системам автоматического торможения оказано впервые, а сама методика оценок претерпела изменения. Теперь бьют базовую версию и присваивают ей рейтинг. Но могут стукнуть и самую дорогую и присвоить ей отдельный, чтоб совсем все по-честному. А у нас в России опять хотят штрафовать. Неожиданно, правда? Теперь некоторые наши сограждане будут получать штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Таких, оказывается, великое множество. Заместитель директора «Автодора» сообщил, что проект закона уже разработан совместно с Минфином и Минэкономразвития. Правда, еще непонятно, какова будет сумма штрафа, но позиция ведомства нам уже ясна. Особенно хорошо эта новость сочетается с сообщениями о том, что платных дорог в России скоро станет еще больше. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».